Дорогу? Отлично. Тогда за дело. Окей, мне понравилось. Теперь на время надо попробовать. Будет здорово, если составишь компанию. Может, потом увидимся? Ладно, пока. Thank you.
Готовься, чувак. Будь что будет. Брин потом хотел с тобой попробовать. Просто заезд, ничего такого. Давай, до связи. Не заезжено, пахнет горелой резиной и очень-очень горячее. Дрэг Рейсинг. Мы все по нему прёмся. И ты тоже давай. Это бомба.
братан. Ты подрифтить хочешь или как? Не знаю, гоняешь ли с другими, но я тут, если хочешь день из жизни потратить. Ладно? Короче, до связи. Ох ты, какие люди! Ну ладно, крутой гонщик, дадим жару! Брину такое не понравится. Он уже сидит, горе запивает. Отлично. Ладно, давай. Ты знаешь, что делать.
мутить не будут. Давай. Прям колотит. Не могу остановиться. Встреча в паре кварталов отсюда. Нам тоже наведаться надо. Там увидимся. И все будет супер. Thank you.
не такой уж и злобный тип. Может быть, но как по мне, он тот еще сексист. Ты ошибаешься насчет него. Эймс права. У вас разное воспитание. Иногда его, ну, как сказать, заносит. Лучше бы поставить его на место. Парень много себе позволяет. Я разберусь. Просто помни, слова не главное. Главное, что в сердце. Ладно, мне пора. Может, в мастерской словимся? Давай. Так, Робин, Спайк едет. Сказал, есть у него дело. Со мной не хочешь? Не клюй на это, Эймс. Сначала дешевый блок, а потом чем дальше, тем хуже. Не парься. Я буду тянуть время, сколько смогу. Ладно, я двину. Покеда. Спайк. Слушай, Робин, Ману не такой уж и злобный тип. Может быть, но как по мне, он тот еще сексист. По-любому целый день придумывал. Да просто для вдохновения тебе. Ага. Привет. Привет. О, чё, как тебе? Представь, Накай Сан против Магнуса Уокера. Кто кого? Брось, вопрос бессмысленный. Ты меня огорчаешь, парень. Не-не-не, да тут всё понятно. Я по-любому поставлю на Накай Сана. Если только Магнус не будет на RWB, и тогда наступит конец света. Ага, толково. Просто надеюсь, что когда-нибудь соберу что-то достойное на Кайсана. А я что говорил? Нас ограничивает только наша фантазия. Кстати, насчет ограничений. Я тут думал, как обойти всех в модификации мотора. Бешеная сила, понимаешь? Все просто. Надо кучу денег и много работать, и все. Я так мыслю. С чего это мы такие нежные? Какой прок стоять в сторонке и осторожничать? Ты подумай! Какая нужна репутация, чтобы были деньги на такую тачку? Тут нужен серьезный подход. Прости, старик. Я все запорол, да? Ага. Он у нас такой. Если до сих пор меня не узнаешь, знать тебя не хочу. Шучу. Ты появишься или как? Было бы здорово. Ну ладно, увидимся, да?
Привет. Знаю одних ребят, которые гоняют только на космолетах вроде твоего. Так просто к ним не попасть, понимаешь? Если готов, то за дело, но не каждому это по силам. Только осторожней. Ребята серьезные. Дашь знать.
привет. Я понял, понял. Ты не хочешь казаться наивным новичком, да? Но, к счастью для тебя, эти ребята тут всю ночь. Так что, если дальше хочешь прокачивать свою тачку, не беда. Только не пропадай, ладно? Увидимся, старик. Thank you.
Блин, таким трудом все далось, а тебя нет. Эти ребята, кого попало, не приглашают. Подумай об этом.